противно. Самая задача ополчения подавить автоматом пулемет «Макшин», которые засели на крыше здания погранотряда. В ходе боя погибли двое ополченцев, сообщает об одном подключении. Мина попала из квартиры на 7-м этаже 9-этажного дома. Жильцы успели вовремя выбежать, и никто не пострадал. Стрельба не стихает до сих пор, и неизвестно, когда люди смогут вернуться в свои дома. Прекратить военные действия и сесть за стол переговоров в очередной раз призвал стороны и Луганский облсовет. После провозглашения республики он потерял полномочия, но в Киеве его считают легитимным органом власти. Мы еще раз призываем обе стороны. Отставьте оружие, сядьте за стол переговоров. Во имя сохранения жизни, во имя будущего нашей земли и наших детей можно и необходимо идти на любые компромиссы. Всем нам нужен только мир. Как раз после появления обращения штурмовик украинских ВВС нанес удар по мосту в станице Луганская. В результате мост полностью